Привет, девчонки, покажу вам три розовых оттенка и один оттенок эксклюзивный в марке Street Style. Вот. Так они идут. Потом, значит, эти два из глянцевой, значит, blushing, то есть тоже розовая, из матовой Pinking About You. Различаем мы их по колпачкам. Видите, здесь колпачок матовый. Здесь глянцевый. Мы побоялись брать среди матовых помад Марк первый оттенок, который называется там нюд какой-то, да? Мы взяли второй Pinking. И в глянцевый взяли blushing. Застенчиво розовый, по-моему, да? Так, помадки на камеру выглядят немножко розовее и темнее, чем есть они в жизни. То есть, представляете, это розовый. Мы уже ждали такой розовый, бешеный розовый, как во многих оттенках писали, что там барбишный, кукольный. Ну, где они кукольные? Вполне спокойные оттенки. Так, и вот Street Style. Это такой нюд, немножко синевой, что ли. Почему-то на камеру не видно, почему-то он розовый. Я вам скажу, в камере он выглядит бежевым, да, но на самом деле он серовато-синий, такой красивый-красивый. И есть еще такой оттеночек в иконе стиля. В иконе стиля там... Сейчас покажу, какой оттенок. Так, в иконе стиля это Creamy Nude. Мой любимый. Вот что уже от него осталось. Ну вот, на камеру он тоже красный, хотя он совершенно не красный. Ну вот, у кого есть кремень, тот поймет, какой-то цвет. Но этот цвет еще благородней. Еще более сиреневый, что ли. Попрохладнее такой оттенок. Так. Ну, вот так немножко сориентировала вас. Все, всем пока.